Всем привет! Вот и наступил сентябрь. Погода у нас в Сибири совсем осенняя. Дожди не перестают, идут и идут. Если немножко затишье от дождя, то мы уже рады. Сегодня приехали на дачу. Ничего делать не можем, потому что дождь, ну вот сейчас вот в данный момент снимаю, дождь перестал. Немножко покопала морковку. Хочу сказать, что грязь вообще не пролазная. Морковку, чтобы вот показать, какая у меня уродилась, пришлось помыть. Сейчас покажу немного своего урожая, который подкопала. Вот такой вот отдельный экземплярчик, который вот выкопала, немножко их помыла. Это сорт Абака. В общем-то, морковка, я довольна. Довольно-таки неплохая уродилась морковка. Но единственное, хочу у вас спросить совета. Кто сталкивался с морковной мухой? Подскажите, как с ней бороться? Испробовала все. И табаком посыпала. И красным перцем. И бархатцы рядом садила. Прямо такие вот, что... Запах у них, только дотронешься до цветочка или ветерок, и уже запах прям сильный. Но ничего не помогает. Я не скажу, конечно, что вся морковка у меня поглодана этой мухой. Но тем не менее, нет-нет, да попадается. И вот, ну, даже не знаю, может, кто что сталкивался, кто-то что-то знает. Ну, подскажите, пожалуйста. Еще вот такие вот у нас уродились морковки. Морковка рогатка. Морковка коса. Вот надо же было так закрутиться. И вот такие вот тройняшечки. Вот. Выкопали пол грядки морковки. Очень грязные. Прямо вот негры получаются. Вообще очень-очень грязные. Кое-как ее обтерли, положили на просушку. Вообще не знаю. Такая осень у нас не очень нас радует. Прямо-таки печально. Картошку докопать не можем. Осталась тоже половинка огорода. И все стоит, потому что то работа, то дождь. Как выходной, так дождь. Как работа, так более-менее погода стоит. Ветерком обдуло. Думали, залезем, покопаем. А нет. Невозможно. Ту часть картошки, которую выкопали, ну, неплохая картошка. В этом году уродилась более-менее красная. Сорт называется Red Scarlet. Вот понравилась картошка. Андретту садим. Тоже, в общем-то, неплохая. Вот, как-нибудь покажу, как она просохнет более-менее, почистится, потому что тоже вся грязная, даже вот показать нечего. Так же вот как морковку, единичные экземпляры. Надеюсь, что может к выходным погода все-таки у нас устаканится. Буду остальные две грядки выкапывать морковки. И тогда, может быть, в полном объеме можно будет показать, какая морковка уродилась. Потому что садила несколько сортов. И вот интересно, какой из них все-таки более-менее урожайный оказался в этот год. В общем, всем пока!